у прокуратуры задачи всем известны, в законе о прокуратуре все сказано. Это соблюдение законов Российской Федерации, соблюдение Конституции. А те задачи, которые стоят в области, сейчас мне сложно говорить. Сложность в том, что я материал посмотрел, ознакомился. Наверное, традиционно исходит от задач президента, генерального прокурора. Это проблемы коррупции, миграции, экологии, ЖКХ. Этим мы будем заниматься, чем прокуратура сейчас и занимается. Я думаю, что следует продолжать те хорошие дела, которые делают прокурор и прокуратура сейчас. Вот, и я думаю, что я буду продолжать это делать и требовать это от своих подчиненных. Еще предстоит согласование комиссии по кадрам при генеральном прокуроре и администрации президента, и только потом документы последуют на утверждение и указ.